В 2020 году республика участвует в пилотном проекте по снижению уровня бедности с помощью социального контракта. О ключевой задаче программы и ее реализации в нашем сюжете. В региональном реестре малоимущих граждан числится более 30 тысяч семей. Задача к 2024 году – сократить это число вдвое. Заключение социальных контрактов с малоимущими будет проходить по четырем направлениям. Об этом доложила на еженедельном совещании министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова. Оказание помощи при трудоустройстве. В этом направлении в случае трудоустройства граждане ежемесячно получает дополнительную выплату к заработной плате в размере 10 134 рубля. По второму направлению гражданам предоставляется возможность получить дополнительное профессиональное образование либо профессиональное обучение. На этот период они получают стипендию в размере 10 134 рубля. И кроме того, оплачивается стоимость курса обучения. После прохождения обучения человек трудоустраивается, и его работодателю выплачивается возмещение в размере 15 769 рублей. Это возмещение осуществляется в течение до 9 месяцев. Следующее направление – это открытие собственного дела. Оно предполагает единовременную выплату в размере до 250 тысяч рублей при условии осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности не менее 3 лет. Размер единовременной выплаты в данном случае определяется в зависимости от стоимости проекта, который гражданин планирует реализовать в рамках своего дела. Данная поддержка предоставляется гражданам на период до 12 месяцев. К 2024 году планируется заключить не менее 3800 таких социальных контрактов на общую сумму более 376 миллионов рублей. В каждом районе республики созданы межведомственные комиссии. Заявки для оказания государственной помощи пока в условиях пандемии принимаются по телефону.